не только бороться с такими вот усилиями за тройку на чемпионате мира, но и чтобы была возможность выступать и третьей паре, которая тоже должна набираться опыта и имела возможность, так скажем, подхватить в нужный момент в случае, там, не дай бог, каких-то непредвиденных сложностей. Да. Ну что же, Элисон Рид, Саулис Амбрулевичус. Второй год катаются вместе, но они очень опытные, просто с разными партнерами выступали. Элисон вообще за разные страны каталась. Теперь за Литву. Очень нехорошая программа, просто давайте насладимся. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Обиднейшая ошибка в самом конце. Ну вот видите, единственное, что их спасло, то, что это не соревновательная поддержка, да, ну не спортивная, не на уровень, да, а это хореографическая поддержка. У нее есть фиксированная стоимость 1 балл 1 десятая.